Всем привет, с вами Крюша Дэй. И сегодня мы будем делать вот такие слаймы. В этом наборе есть все, чтобы сделать классные, мягкие, хрустящие слаймы. Итак, начнем. Открываем. Ой, тут и есть глина. Вау, что это за мастер-бокс? Давай посмотрим, папа. Давай, Арина. Здесь какие-то бусинки для слайма. Так, а вот это цвета, скорее всего, и ложечка для того, чтобы мешать, да? Да, тут много разных всяких мяшек. А вот у нас емкости, да, для слаймов. Да, о! Столько емкостей, столько и слаймов будет, да? Это клей, как я вижу, а вот это, кажется, активатор. Туда надо воды, наверное, налить, да? Да, по инструкции написано, что так. Так, давай сейчас нальем. А вот смотри, какие пушистики, да? Вау, как классно. Да, и я ложечки нашла там всякие, вот ложки. Четыре цвета. Вот. Blush Pink. Patchy Purple. Cloud White. И Sky Blue. Вот Cloud White. Party Purple. И Blush Pink. Дальше здесь есть две ложки. Вот такие вот добавки. Вот раз, два, три, четыре. Здесь есть четыре вот таких емкости. Маленьких. Ждите видео. Опа. Сначала заливаем воду в активатор. Ой, немного прилила. Ой, опять прилила. Вау. Как газики внутри прям. Опять. Теперь надо потрясти наш будущий активатор 30 секунд. Погнали! Так, интересно, что там происходит? Пап, ты там считаешь? Да, что-то пошел. Так, переворачивай. Теперь вверх ногами, да. Заливаем 50 миллилитров воды. Ой, клея. Немного попутала. Папа. Да, Арина? Интересно, какой же слайм получится? Я думаю, будет классно. Что-то он слишком туго делается. Сейчас. Залили 30 миллилитров клея. Выливаем клей и добавляем воду. Теперь добавляем активатор. Активатора должно быть 5 капель. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Размешиваем наш слайм. Добавили розового цвета. И достали. Теперь будем добавлять вот этот, вот эту посыпку, да, папа? Да, Арина, давай, распаковывай. Так, распаковываем. Так. Арина, подожди. Давай в блюдечко. Доце, давай блюдечко. Давай сначала так размешаю. Не, давай блюдечко его. Папа, ты что сделал? Давай. Прикольно. Ой, гад. Давай еще как помешать стёклышки. Надо, да? Давай помешать, тогда мешай. Ой, он колючий стал. Он колючий стал. Ну вот захвати тот. Так. Ой, он липнет, видишь, он прилипает, как магнитик, да? Да, он очень колючий и очень красивый. Вау, пап, мне нравится. Наконец-то у нас получился слайм, да? Да, Арина. Еще больше добавь теперь блестинок. Так, блестинок? Да, может, других ты, уже? Ты знаешь, что ты сделай, разгладь его полностью. Полностью увеличь так? Площадь, да, и туда залей блестинок вот этих, давай. Они просто, давай вот этих, давай. Давай. Так,
Так, добавляй. Я думаю, хватит. Так, еще одно все. Давай теперь помешаем. Давай? Давай, мешай. Вау, он теперь мягкий стал. Наш первый слайм готов. Очень классный. Правда, маленький. И колючатся вот эти вот, ну, ничего. И вот так он выглядит. И сейчас я положила его в коробочку. И закрываем крышкой. И переходим к следующему слайму. Дариночка. Да! Мы достали с этого пакетика готовый слайм. Мы его покрасим и добавим посыпки. Итак, поехали. Так, я его хочу сделать фиолетовым. Фиолетовый красивый цвет, скажите. Ой, это ничего. Ой, слишком много, мне кажется. Ну ладно, пап, знаешь что? Дарина, говори. Мне понравился прошлый слайм. Интересно, как вот этот будет? Но этот будет не хуже. Это будет слайм совсем другой и оригинальный. Давай его хорошо мешай. Может, еще чуть-чуть фиолетового добавишь? Нет, уже достаточно. Мне кажется, достаточно. Ариночка, что мы сейчас будем добавлять? Будем добавлять фиолетовые стразики, да? Да, фиолетовые стразики и фиолетовые. Давай еще больше, подсыпь. Я думаю, чем больше здесь, тем лучше, интереснее будет. Давай, высыпай, не стесняйся. Все, потому что они колятся реально, пап. Ну давай, мешай теперь, хорошо так. Размешивай. Я еще вот это хотела. Давай как пельмени так сначала сделаем. Пап, я еще вот это хотела. И эти хочешь добавить? Да. Окей, ну давай так, тогда. Так, подожди. О, все. Мне кажется, для давай этого раза достаточно. Как так. Пельменьку, да? Ну, уже не получилось пельменька. Ну, что, прикольный такой. Хинкали, да? Да. Вау. Такой слайм у меня получился. Пап, ну как тебе? Что, прикольно. Сначала упакуй в коробочку его и попробуй достать. Ой, он очень тяжело зашел. Ну, я думаю, будет как пасочка. А ну, доставай. Зачем это? Давай, доставай. Покажи нам этот кекс. Ты знаешь, в каждом кексе внутри какая-то вкусняшка. А ну-ка, покажи, что внутри кекса. Вот. Я был прав, это вкусняшечка. Какие-то пушистые фиолетовые няшечки. Это кружочки от Эмочки, это корм Эмочки. Окей, второй слайм готов, переходим к третьему? Да! Переходим. Итак, приступаем к следующему слайму. Мы налили клея 60 миллилитров и добавляем синий цвет. Да, папа? Да, Рина. Только давай сначала клей выльем в вот эту посуду, да. Емкость, да? Вылили, добавляем цвет, не стесняйся. Капель давай 5-6, так. О, вот это хорошая капля. Ой. Давай еще. Все, давай не стесняйся. Так, и теперь активатор. Давай, активатор. Так, активатор капли 5-6, да, наверное? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Окей, и дальше. И теперь давай мешать. Пап, у меня, кажется, он схватывается уже. Угу, я тоже надо вижу. Надо активатор добавить. Ой, точно, может не надо было так? Да, посмотрим, что будет, да? Да, действительно. Теперь давай добавим стразы, да? Давай. Добавляем. Пап, я решила вот эти добавить. О, прикольно. Бисер такой, да? Да, все хочу. Давай, мешай. Надеюсь, он не отпадет. Давай, конечно, нет. Ой, такой звук. Может, и пальцем активатор. Так, что-то он липнет. Мы добавили слишком много активатора, теперь добавляю клей. Так, давай побольшему, давай, пап. Давай. Вот так. У нас получился такой слайм, мне он очень нравится, потому что он прозрачный. Там, конечно, отпадают вот эти бусинки, но ничего. Мне очень нравится его консистенция, она очень сильно тянется, очень классно кликает.
Ну, короче, классный слайм. Ставлю ему оценку по 10-бальной шкале, да? Да, ставь, конечно. 9 из 10. Ну, прикольно. Упаковываю коробочку и приходим к четвертому слайму. Мне кажется, вот это подходит, и вот это. Давай померяем коробочку. Вот это подходит? Не, не подходит. Вот это сделаем. Так. Вот. Угу. Так у нас получилось. Ну, такой прикольно. Слайм у нас получился. Что, классный слайм? Переходим к четвертому. Давай. Это будет слайм Snow. Клей мы уже налили. Наливаем. Полностью весь Аринка. Давай, давай. Так. Все 60 миллилитров. Все, наверное. Добавляем так, цвет. Белый. Snow у нас всех какого цвета. А вот он прячется прям за емкостью. Да. Да. Добавляем сколько капель? Я не помню. Сколько? Давай, сколько тебе? Пол баночки давай уже по полной. Чтобы уж наверняка был. Не, еще давай. Да я хочу просто еще после видео сделать. Конечно, но сейчас сделаем снежный слайм. Так, и добавляем беленький. 7 да. капель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично, а теперь вот эти вот пушистики, давай. А, мешанькаем, я думала. Да, давай. А потом мешанькаем, да? Угу, давай. Так, добавляю все. О, отлично. Добавила. Добавь еще цвета белого, да, Арина? Да. Так, отлично, все, давай. Теперь мешай. Размешиваем. Так, мешаем. Мы решили сделать слайм-микс. Я хочу добавить следующую вот эту... Готовую смесь. Да, готовую смесь. Давай, Аринка, добавляю. У нас, думаю, прикольный получится слайм. Так тебе руками уже, да? Давай руками. Так. Ну, в принципе, прикольно. Только все руки в вот этих вот шариках. Потому что весь клей впитался в шарики. И мы решили добавить вот эту смесь. У меня такое чувство, как будто я мокрый хлеб жмякаю. Мы сделали слайм Snow. Он прям как настоящий снег. А, Аринка, а как он это мацается и вообще жмакается, жмякается? Сейчас покажу. А ну-ка, вот интересно, как он. Приятно, да, на ощупь? Очень. Вот такой он классный. У нас что-то с клеем пошло не так, и мы добавили глину, и все стало так. А любую форму принимает? А ну, покажи, что какие другие. Круг, овал, как он? Давай. Можно вот так. Сосиска называется. Мне очень нравится этот слайм. Прям как настоящий снег. Он очень мягкий, он, как пенку для бритья добавили. Да, пап? Да, Аринка, прикольно. Ой, папа, если бы мы все наши слаймы засунули в попыт, что бы было, интересно. Да. Но не хочу рисковать. Мы сделаем обязательно следующую серию слайм и попыт, да, Аринка? Не знаю. Да, я знаю, у нас все получится. Итак, следующий слайм, переходим к следующему слайму, да, Арина? К пятому уже. К пятому, да. Мы уже налили клей, это последний слайм. Он, будет в нем два цвета. Ой, я забыла совсем налить. Пап, я забыла налить клей. Папа. Так, залили клей. Дальше, как всегда, активатор. Синий. Мы сейчас смешаем несколько цветов. Ой. А этот слайм будет у нас называться... Ой. Турбо... Микс слайм. Да, Рина? Да. Так, о, все. Синий. И розовый. С розовым, давай. Так. Опять. Да что с ним не так, папа? Чего? Давай, жми. О. Весь? Давай весь. Все. Отлично. И кажется, синего там. То есть, давай, в общем, все, да? Все цвета сюда заоним. Не, я хочу два. Ну да, но это ж третий.
Нет, это второй. А это второй? Да, прозрачный, ну, ладно, же давай. Был. Может, беленького, фиолетового добавим? Нет. Активатора. Сколько? Давай, 7 капель. 7. Раз, два. Ой, все, там больше 7 капель. Ой, давай все, уже. Ой, да. Давай уже мешать. Давай. Мешанькаем, мешанькаем. Вау, получается фиолетовый. Папа, скажи, этот лучший фиолетовый. Да, такой прикольный. Это, папа. Как тучи перед дождем, да? Да. Давай, вот. Знаешь что, давай немножко добавим белого, и он будет светлее, давай. Давай. Так, добавляем чуть-чуть белого, беленького, все. Давай, мешай теперь. Так, мешаем. О, вот так уже лучше. Так, папа. Да, Арина? Какой тебе больше всего слайм понравился из, ну, всех, которые у нас есть? Один только. Из четырех. Какой понравился? Я думаю, розовый надо добавить еще. Давай еще добавляю розовый. Давай, а то какой-то синий. Да? Да, синего фиолетового уже не надо. Уже во всю надо розовый до последнего. Мы добавили еще немного розового и белый. Вот такой. Мы к этому слайму добавили розовый и белый. И получился он вот такой сиреневый. Да, пап, потому что синего много, да, Арина? Да, он очень жестко синий. Фиолетовый даже какой-то получился. Да. Давай, знаешь что, добавим вот этих звездочек. Добавляем. Давай. Вот мешаем, да? Да. Листочки какие-то. Нет, это единорожки. А, это единорожки, да? Разноцветные. Кашка-вкусняшка, да, у нас уже получается, а не слайм? Да. Добавляем готовой глины. Так как слайм у нас микс, и добавляем все, что можно, да, Арина? Да. Так. Давай. Давай его разложим вот так. Давай. Так. Вот такой слайм у нас получился по имени Микс. С вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока!